Добрый вечер! В эфире программа «Новости Шарайской Федерации». Главная новость, обсуждаемая в шарайских и зарубежных средствах массовой информации, побег на Запад офицера Шарайской Федерации Балалайкина, умершего затем от укуса неизвестного животного. Нашим сотрудникам удалось встретиться с начальником Главного управления особых заданий генерал-лейтенантом Лозунговым Печаткиным и получить ответы на интересующие весь мир вопросы. Генерал категорически отверг предположение о причастности его управления к смерти бывшего гражданина Шарайской Федерации и тем более к использованию мифических змей в борьбе с предателями Родины. «Не верьте сказкам», – прокомментировал ситуацию генерал. И о других новостях.